Ух ты. Итак, всем привет, меня зовут Денис, на канале Фрейда Висплей. Мы продолжаем играть в игру под названием Stray. И да, наконец-таки я записал подряд серию эту, да. Так. В предыдущей серии мы сюда уже приехали. Шарились, но так я толком не нашарил ничего интересного. Я понял, что там наверху есть вот та вот... механическая штуковина. Мне интересно попробовать. Да, она не стоит. Сейчас сюда подойдем. Да, я знаю, что ты не можешь открыть. Да. Хорошо. Вот здесь вот есть такая штуковина. А ну-ка, иди-ка ты сюда. Сможешь ли ты поехать за мной, чтобы спуститься с лифта? Мне просто интересно проверить. Алло. Ну, поехали. И шо? Чё-то я не понял, а ну иди сюда. Ты не можешь выйти за эту часть? Ага. Тогда ясно, ладно. Ну, сюда подъезжай. Ну хорошо. А что, я не могу нажать Q? В любом случае. Это что, для меня тупик? Так, а ну-ка еще разочек перечитаем. Твою налево, железяка ты тупая. Ты сразу не... И чё? А, мне надо было... Всё, я понял. Тыгдын. Пока он там что-то делает, мне надо поломать все. Ну, что такое? А, вот. На, ёпты. Все? Не успел? Да чтоб вас 3000 лет. Запускаем. 95% годится. Ой, как все просто, оказывается, было, ну ладно. Даже кот у него мозгов маловато. Так, и тут, получается, я приду с тобой человек. Это центр управления городом, это хорошо. Отсюда они контролируют все. Это тоже отлично. Контролировали все. Я немного насморок, я приболел, так что буду глотать букву. И он пуст. Окей, это понятно. Людей же нет, не помню. Подожди. Я не помню, как сильно их ненавидел. Чё на ненавидел? У них было все. Честно, пострадался. Понятно. Хорошо. Чума? Да ладно. Умерли? Они сейчас... Обалдеть. Они ничего не сделали. Я видел, как умирает моя семья. Чувствую себя беспомощным. Я не мог ничего сделать, чтобы их спасти. Вот так вот. Да ёпты, накинулся. Ну зато я могу помочь тебе. Тебе помочь. Мы все можем пойти в аутсайд. Вместе. Я сохраню память о человечестве и людях, которых любил. Ой, дико извиняюсь. Это пусть самая основная большая память заполнена, да? Так, а шо куда? Тихо, сюда, тихо. Еще, шмыгай.
И что тут? А, вон что-то мигает, да? Да. А здесь нету нигде фрагмента памяти. О, а вот этот самый. Картинка. Это что, это радио? Мрррр, нравится музыка лишь. Сюда нельзя войти. Тут ничего нету, да? Ладно, в принципе, тут нечего искать, правильно? Тут же ничего нет. Ну, такого, я имею в виду, что можно приносить, носить и что-то забрать. Ну, разве что фрагменты, но и фрагментов нет. А вон, смотри, город, город, город. Город, это стена. Мы сейчас в стене, а то еще выше есть, получается. Это аутсайд, получается. Наверх. Нажимай. Да хоть время засечь. Ага. Вот он, главный компьютер, это понятно. По данному центру ЭПМ, здесь уже много лет никого не было. Весь город застрял. В давнем цикле блокировки. Епата, ладно. Если мы отключим его, то сможем уйти. Это все у нас вся блокировка была. Можно подключиться на системной сети. В этих компьютерах хранятся невыходимые данные. Нужно их включить. Пока ты этим занимаешься, я поищу пароль и зашифрованный ключ, чтобы попасть в систему. Окей. Прикольно то, что, блин, все это время это всего на все была блокировка. Можно было просто-напросто открыть. То бишь и все. Стоять. Ага. Понятно. И сюда шмех. Шмех. И сюда шмех. Все, есть такое дело. Сюда. Шмех. Теперь туда, наверх. Получается, могли просто-напросто открыть телекомпьютеры. Ну, снять блокировку и все. И вуаля. Сработало, молодец, дружище. Нашел. Я знаю, как открыть город. Что-то здесь не так. Погоди, может быть, есть другой способ. Root control. Root права взломал. Android, что ли? Вот рабочая станция, чтобы открыть город. Но нужно преодолеть несколько уровней безопасности, иначе ничего не выйдет. А теперь обалдеть. А теперь сделаем то, что мы умеем лучше всего. Я взломаю компьютер, а ты кое-что уничтожишь. Не хотелось бы. И шо, подожди, не понял. Сюда нам надо или шо? Или куда? Я понял, что мы даже что-то сделали. Уничтожить компьютер. Как это нахер сделать? Ага, 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 ага. Что-то должно быть там. Вот там что-то должно быть, какой-то включатель. Вставляю, и там тоже, да? Да. Значит, где-то... Где-то должна быть эта штукенция, которая ездит, наверное. Блин, опять тупиковая херутень. Ладно, сейчас разберемся. Там ничего не точно. Или есть. Или там уже открылась дверь. Опа, опа. Да, ну на, вот это тебя плющит. Система подрывает больше, чем я ожидал.
О, зашибись, сейчас, блядь, эти самые охранники придут. Да? О, нет, мы должны двигаться дальше. Дальше, давай, быстрее, 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 быстрее. Ча-ча, не понял. А тут где? Вашу мамашу. Нет. А куда двигаться? Так, подожди. Секундочку, он момент, плиз. Там была сразу под этим самым. Прям здесь. Я взломал и тю-тю. Это закрылась дверь, понятно. То все позакрывались. Какого хрена нету там? Подожди, может тут надо что-то открыть его или нет? Не, ну тут взломан, все уже. Здесь нет такого ящика. Вот тут я что-то не наблюдаю. Но здесь можно запрыгнуть. Может он где-то наверху? Шо там? Поломайся, ёпта. Убей его. Здесь ничего. А, камеры включились. Начали камеры. Опа! Первый линк. Прыгай. Поехали царапки делать. Лети. Ух ты, красная. Ты сейчас откинешься. Не переживай, я смогу. Я... Ох, ебать. Подрядиться, как только мы откроем обутаки станцию. А ты дымишься, парень. Осталось где-то последнее. Сбоку, наверное, не? Подожди, где-то ж. Ага. Ага. Где же есть заряд, парень? Надеюсь, ты не сдохнешь. Зачем я это сказал? Кажется, этого маленького телу конец. Ничего, все будет в порядке. Просто отнеси меня на рабочую станцию, мы можем отключить систему. А сюда, правильно? Ну вот, мы в безопасности. Да прекрасно. Только ты откинешься сейчас. Слушай, я должен тебе кое-что сказать. Нет, не надо. Я знаю, что для отключения центра системы управления городом потребуется огромное количество энергии. Больше, чем может выдержать этот дрон. Тело этого дрона. Но теперь, когда система безопасности отключена, я могу перехватить управление и открыть двери. Ой, вот где открыть город. Перехват контроля над системой может уничтожить мою ПО. Так ты же будешь в системе. Но я сделал этот выбор, когда подключился к первому компьютеру. Да ну на, что бросаешь меня, одна вторая. Ну 12, там, B12. Я знал, какие последствия это может привести. Мне жаль, что мы не увидимся, не увидим аутсайдер вместе. Я думаю, что мне нужно сохранить память о людях. Сохрани, прошу. Ну я же не работаю еще. Ох, компания. О, нет. Ой, нет. Да, хорошо, давай с тобой. Снимай. Ты был моим другом. Самым лучшим. Эх. О котором я мог только мечтать. Спасибо. Ты ж, по идее, должен остаться в системе.
О, как это мило. Радио играет, которое я включил. 2%, 3%. Открывается этот самый люк. Я представляю, как там роботам. Они сейчас просто охеревшие. А, это свалка. Да, это свалка с этим. И они сейчас подохнут все. Я так понимаю. Да, лопается ультрафиолет. Че эти отключились? От чего они работали тогда? А, это полностью не только что маленький люк открывается, а полностью открывается весь этот. Ничего себе, бункер какой-то. А он же, соответственно, был наверху. Ну, сам вход. Он же упал тогда вниз. Ну, поднимайся давай. Нашел Q сделать. А, типа вместе. Да все хорош, валялся. Давай, нам наверх, вон, смотри. Да, полностью открывается весь купол. Сколько там процентов открытия? Еще не пока показывал даже. Весь город, получается, освещается. А вот там... Ой, извиняюсь. А вот там роботы. Правильно? Вот это город один, да, вон та вышка. И сколько я пролетел вниз, елки-моталки. Или я оттуда упал? А, я, наверное, оттуда упал. Потому что, ну, в принципе, я ж так бы не мог как никак попасть, правильно? Я, наверное, с того города. Упал вот этот нижний. В этом нижнем городе есть небольшие участки, там, где живут именно роботы. Ага, а это я... Боже мой, какой. Да не, ну подожди, я засыпал. Было солнце, закрывалось, открывалось. Значит, я был наверху, в принципе. А там никто, никого не, ну, никого не было. Потому что там жизни нет. Там коты бегают. Людей там точно нет. Возможно, потому что я был близко к этому самому. Опа, опа, давай, давай, открывай, открывай, быстрее, быстрее, быстрее. Так, двери открылись. То меня отвлекли немножко. Айда наверх. А, ну да, я тут был, в принципе. Я отсюда падал. Правильно же? Ну да. Мне, хвостатый парень. Голубые, че голуби. Это конец. Это все? Я так долго записывал этот. Только из-за того, что я не мог, потому что то болел, то еще какая-то херня. Ваша мамаша, я за выходные мог это записать. Ладно. Раз это конец. Игра, конечно, ну, необычная. Скажем так. Но интересная. Советую поиграть. О, он в системе все-таки. Нихотяй. Да. Игра классная. Чувствительно классная. Мне понравилось. Сама рисовка. Очень интересная. Ну и как бы... Немножко рассказать, что может быть. Да. Если будет то же самое в будущем. Так что вот так. На этой ноте мы заканчиваем прохождение игры. Увидимся в других играх. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго, всем благом. Слава Украине!